криминальной сводке мы вернемся чуть позже, а пока о массовом отключении горячей воды, которое ожидается уже завтра. И это связано с тем, что энергетики Т+ проведут гидравлические испытания теплосетей в Березняках с 17 по 20 мая. Работа необходима для своевременного выявления и устранения дефектов, которые образовались на изношенных участках теплопроводов. Всего Т+ проверит 526 километров теплосетей, по которым тепло и горячая вода поступают в дома. В связи с этим 4 дня во всем городе не будет горячей воды. Кроме того, энергетики обращают внимание на то, что при обнаружении признаков утечки из тепловой сети необходимо соблюдать спокойствие, не приближаться к месту разлива и немедленно сообщить о проблеме по телефону, который сейчас на экране.